Друзья, всем привет! Меня зовут Света, и вы на канале Света SL. И сегодня, наконец-то, будет видео про хол, шопинг, в общем, про новые шмотки. Я сегодня хочу вам показать базовый гардероб, потому что вы просили, но показывать я буду, конечно же, не весь свой гардероб на осень-зиму, а, ну, какие-то новинки, да, которые отлично вписались и в мой шкаф, и, в принципе, отлично комбинируется со многими моими вещами. Я надеюсь, что это видео вас вдохновит. И не обязательно покупать такие же вещи, которые я сегодня буду вам показывать. Можно найти какие-то аналоги, хотя все, что я вам сегодня буду показывать, достаточно бюджетное. Так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной и поехали. Ну и давайте, наверное, начнем с верхней одежды, потому что уже осень, зима, хочется нам утепляться. И первое, что я вам покажу, это пальто из магазина «Русский лен». И я просто поражена этой вещью. Почему? Потому что она настолько универсальная оказалась. Она и вашим, и нашим, грубо говоря, потому что если надеть какие-то брюки построже, какую-то обувь построже, то это пальто сразу выглядит как такое прям классическое, солидное пальто. То есть подойдет для тех, кто в офис ходит или предпочитает более такой сдержанный, да, стиль. Но я, например, начала таскать это пальто со своими Джорданами, суперстарами. Сюда такой шарф большой надеваю. И очень классно оно вписалось таким образом в мой вот этот casual стиль. И самое главное, что когда я первый раз его надела, то на улице был минус. И я побоялась, что, скорее всего, я замерзну в нем. Но не тут-то было. Мне было настолько жарко на самом деле, что я поняла, что, скорее всего, это пальто я смогу носить и зимой, когда не слишком большой минус. Хотя на сайте указано, что это пальто подходит на температуру не ниже, чем плюс 5 градусов. Но я абсолютно не согласна, потому что вещь безумно-безумно теплая. И когда я уже в итоге изучила состав, я поняла, в чем секрет здесь, потому что практически 70% шерсти. И, конечно, это мега тепло, мега приятно, мега уютно. Те, кто смотрит меня достаточно давно, знают, что осенью у меня всегда такой бзик, мне хочется каких-то строгих вещей побольше в гардероб. Но я стараюсь все-таки на грани так оставаться, чтобы потом, если вдруг эта вещь мне как-то надоест, чтобы она смогла вписаться в мой повседневный casual вот этот гардероб. И я, в общем, нашла себе брючки, которые как раз-таки и отвечают этим требованиям. На самом деле, из классического в этих брюках только их брючный, такой солидный, качественный материал. Так что я думаю, что эти брюки я, наверное, долго смогу проносить, потому что, ну, шиты они очень-очень хорошо. А во всем остальном эти брюки и туда, и сюда опять же можно обыгрывать. В плане того, что если, например, вы сверху белую блузку надеваете и какие-то строгие там туфельки или ботинки, то, конечно же, эти брюки становятся классическими. Я, например, их таскаю вот с этим свитером и на ножки надеваю ботинки такие лакированные, но не совсем классические. Блин, так прикольно смотрится, я прям сразу такая, фух, дэнди. Если дальше про брюки говорить, я нашла себе еще вот такие вот брючки. И это прям вот стрейч-стрейч брюки, и они уже сидят немного иначе, чем предыдущие. То есть предыдущие, они такие более свободные, и я бы даже сказала, ну, какие-то более модные в нынешнем понимании этого слова, да? А вот эти брюки, они такие прям секси, попу обтягивают, все обтягивают. Здесь на талии резиночка, я ее немного утянула, потому что мне прям хотелось, чтобы вот так вот все было. И... короче, фигура смотрится просто потрясающе. Они тоже немного укороченные, но я коротышка, и на мне все даже укороченные брюки более-менее нормальными выглядят. И к этим брюкам я подобрала в комплект еще пиджачок, но мне кажется, что эти пиджачки уже разобрали, хотя вы сможете, наверное, при желании найти что-то подобное или в этом инстаграм-аккаунте поискать. Также обалденно смотрятся вместе, но при этом и отдельный пиджачок очень даже неплохо так выглядит, потому что если я вниз надеваю какие-нибудь джинсы, какие-нибудь кеды, сюда какую-нибудь майку с открытым вырезом, то вот этот пиджачок при желании делает меня, ну, более строгой, что ли, и как-то, знаете, бывает, да, ситуации, когда ты вроде бы хочешь немного оголиться, но не слишком, да, и пиджачком можно прикрыться. В общем, это такая, опять же, вещь, которая и одновременно строгая, но если проявить фантазию, она очень даже не строгая, а очень даже секси. Еще одна обалденная вещь, которая тоже универсальная, и этим она меня как раз-таки и привлекает, как вы уже поняли, я люблю вещи, которые, ну, можно по-разному, да,
обыгрывать, потому что как-то ты вроде бы покупаешь одну, да, вещь, а у тебя в гардеробе сразу вырисовывается как минимум, там, я не знаю, 3-4 образа с этой вещью, и плюс ее можно, в принципе, да, как-то по-разному носить. И, короче, я хочу вам показать вот такую вот кофточку, она просто огромная, это такой огромный, уютный, приятный оверсайз, это не свитер, а вот именно кофточка, кстати, это тоже магазин «Русский Лен». Так вот, можно носить вот так, и из-за того, что здесь такой треугольный вырез, можно либо вот здесь ее оставлять, либо можно как бы сюда приспускать, и получается ваше декольте все будет в этом вырезе, что, конечно, иногда очень-очень-очень-очень кстати. Либо можно опускать на одно плечо, потому что огромный вырез, да, и здесь, например, у меня татуировочка, и мне иногда хочется ее показать, и получается, я спускала на одно плечо, и сразу такой какой-то вот женственный, уютный образ. Ну, я думаю, девчонки меня поймут, да, что вот оверсайз вещи, которые спускаются на одно плечико, они прям настолько женственные, хотя вроде бы и огромные. Короче, обожаю эту кофту. Еще один свитер, который тоже очень теплый, и я вообще считаю, что осенью надо иметь как можно больше свитеров, потому что лично мне очень удобно вот просто накинуть свитер какой-то один, скажем так, надеть, да, и все, бежать, потому что это просто супер удобная универсальная вещь, и опять же, в нашем климате без свитера никуда. И я нашла вот такой вот теплый-теплый кашемировый свитер. Он, конечно, не полностью кашемировый, это какая-то смесь с примесью кашемира, но кашемира здесь больше всего, как я поняла, в составе. И вот такой вот он розовенький, с интересным разрезом снизу, то есть он спереди чуть короче, чем сзади. И вот я считаю, что такая вещь действительно вот база, да, база на осень, база на зиму, даже на весну. И выигрывает этот свитер, конечно же, своим приятным таким оттенком. Не знаю, мне кажется, этот оттенок большинству девушек подойдет, потому что он так освежает, и щечки на его фоне тоже становятся какими-то розовенькими. Так что вот такая вот классная вещица. Еще одна тепленькая вещь, в которую я просто влюбилась, это вот такой вот серый кардиган. И мне нравится, что, ну, как-то производители смогли из обычного серого кардигана сделать, ну, что-то поинтересней. И, в общем, здесь вот такие какие-то дырочки, да, причем насквозь, здесь какие-то кольца, и это даже немного, не знаю, каким-то БДСМом отдает, но на самом деле все зависит от того, насколько у вас фантазия разыгралась. И я давно хотела, на самом деле, какой-то серый кардиган, который будет прикрывать попу и будет достаточно такой расслабленный. И вот это вот то, что надо. Подходит идеально, ну, практически подо все. Конечно, я сейчас на свитер его на этот не буду надевать, но когда мне хочется одеть, опять же, какую-то маечку с глубоким вырезом или какую-то футболочку, да, и не хочется оставаться с голыми рукавами, вот осенью, да, там, или даже предстоящей зимой, то кардиган, я считаю, это просто спасение. Мне кажется, каким-то симпатичным кардиганом каждая девушка должна на зиму обзавестись, ну, лишним, во всяком случае, это точно не будет. И забыла еще вам один свитер показать, который сейчас на мне, в общем, вот такого вот он бежевого какого-то оттенка. Мне кажется, это просто универсальный оттенок на каждый день, потому что он абсолютно не марки, то есть вы его ни тоналкой, ничем не испачкаете. В общем, носи не хочу каждый день, и осенью, и зимой, и весной. И мне нравится, что если я вниз надеваю какую-то более яркую вещь, да, ну, например, вот такие голубые джинсы, то сразу свитер как-то интереснее становится, да, он более такой повседневный. Если я надеваю какие-то черные джинсы, например, или брюки, то свитер выглядит сразу каким-то более таким сдержанным. Ну, не прям классическим, но отлично подойдет там для учебы, даже для работы, почему бы и нет. И здесь какие-то есть такие вот порезы, но не слишком они явные, потому что когда слишком явные такие порезы, какие-то драные вещи, ну, я пока что еще такое не научилась носить, может быть, когда-нибудь в будущем. И что мне больше всего нравится в этом свитере, и вообще во всех свитерах и даже в каких-то футболках, это когда вот такое вот горло, да, то есть оно прям вплотную к шее. На самом деле такие вещи очень сложно сейчас найти, потому что вот эта тенденция к оверсайзу, она предполагает, что и вырез должен быть каким-то объемным, большим, либо на одно плечо. И вот такие вещи с таким вот горлом можно найти только в мужском отделе. Но благо этот свитер я нашла в женском отделе и очень этому рада. И давайте еще немного покажу обуви, аксессуаров, если это можно так назвать. Еще я купила себе вот такую вот шапочку. Это Дива вроде, да. Если что, я вам еще внизу напишу. Я ее взяла, если честно, потому что она была достаточно недорогая, а мне нужна на эту зиму-осень какая-то светлая шапка. И я купила себе вот такую вот шапень. Ничего, она так неплохая. Пока что не было прям лютых морозов, но
Я ее уже надевала, и мне не холодно. Здесь просто такой отворотик и люрикс, то есть она такая веселенькая. И еще новые уги себе взяла. Не буду их, если честно, особо так вытаскивать, потому что я их уже носила и в коробочке, поэтому в комнату принесла. Но кайф этих уг в том, что у них вот такая булавка с помпончиком. И этот помпончик, его можно... Помпончик. Я правильно говорю? Помпончик, да. Его можно снять и, например, повесить какой-нибудь другой помпончик. И я подумала, что таким образом уги можно трансформировать. То есть, например, под светлый мех. Там, пуховик, да, со светлым мехом. Какой-нибудь светлый помпон надевать. А под темный мех, там, под шубу оставлять этот. Короче, я люблю все трансформировать. В общем, вот такие вот уги. Просто классическая модель, и мне кажется, уги у нас в России это самая лучшая обувь на зиму, потому что, ну, в ней действительно не холодно. Единственное, что никогда не носите уги, когда жижа, потому что они сразу после первой же такой прогулки станут очень-очень печально выглядеть. И, ребят, это были все вещи, которые я вам хотела показать. Если честно, есть еще, но я, наверное, их покажу вам в каком-то следующем видео, просто чтобы это видео не затягивать, и чтобы оно было все-таки покомпактнее, и вам было повеселее смотреть. Мне нравится, когда все такое динамичное, хотя я не придерживаюсь частенько этого правила. Так вот, большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, то, пожалуйста, пожалуйста, поддержите нас с Евой пальцем вверх. Если вы впервые здесь, на моем канале, ну и на Евином, да, потому что она часто здесь, то, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И да, помните, конечно же, что вы самые лучшие, мы вас просто обожаем. И до встречи совсем скоро!